Привет, ну мы уже несколько дней в Бангкоке, и за пару дней у нас такая теория небольшая появилась, что есть в Бангкоке платные автобусы, а есть бесплатные. То есть изначально они вообще бесплатные, а есть какие-то, ну, всегда платные. Эта теория не моя, это теория Даши. Моя теория, что, конечно, нам просто везет, и кондукторов каких-то нет, и пару раз нам удалось проскочить бесплатно. Но вот хочется затестить, хочется либо опровергнуть, либо доказать эту теорию. Вот я, кстати, бегу, опаздываю, хоп-хоп-хоп, едем. Да, но вот сейчас мы будем заходить именно в платный автобус, в который нас все время чехлили, 204. Едем в BBK. Вот, если здесь кондуктора не будет, то значит вся проблема с кондуктором. А если кондуктор будет, то следовательно, не знаю, да, если кондуктор не будет, то нас не возьмут, то, конечно, проблема была именно в кондукторе. В общем, мы проехали на автобусе. Ой-ой-ой, что тут происходит? Мы проехали на автобусе, все-таки нас расчехлили на 11 бат. В общем, расчехлили нас на 11 бат. И, собственно, бесплатно прокатиться не получилось. Но теория не подтвердилась, да, теория не подтверждается. Есть ли бесплатные автобусы в Таиланде или нет, какие-то особые маршруты. Вот мы ставим подозрение на номер 15. Но я, конечно, опять же повторюсь, я считаю, что проблема не в том, что автобусы платные или бесплатные, а проблема в том, что есть в какой-то данный момент кондуктор или... Ну, у нас тоже такая штука бывает. Но здесь, если нет кондуктора в Таиланде, в Бангкоке, то водитель как бы сильно не заморачивается, чтобы обелечивать, и все, он просто везет и не напрягается. Так что вот такие дела. Появится новая информация, обязательно об этом расскажу. Ну вот смотрите, тут провода, как обычно, в Таиланде с ними все в порядке. Все, друзья, идем покупать себе петличный микрофончик, а может быть и радиомикрофончик. Посмотрим, что получится. Счастливо!